Мы влюбляемся, даже если это не взаимно, потому что любовь – это изначально вещь абсолютно рациональная. Вот. Мы биологические существа. Мы реагируем на какие-то паттерны поведения человека определенным образом, просто потому что в нас это заложено, так реагировать. Счастье, когда есть отклик. Такую ситуацию, конечно, надо всячески беречь, холить или леять. Но нужно всегда помнить, что вот эта вот любовь, которая возникает невзаимно, она, как правило, любовь к воображаемому человеку, вот, к тому, кого мы вообразили. Потому что если любовь по-настоящему к этому человеку, вот, то это возникает только в том случае, если у вас уже возник этот эмоциональный контакт настоящий. Поэтому невзаимная любовь – это часто наваждение. Здесь нужно, как бы сказать, иногда брать за шкирку свою эту фантазию, свою способность идеализации, к идеализации человека и возвращать себя в реальность. Если бы у вас были отношения, это были бы отношения. А так, конечно, подкорка, она особенно по молодости людей бушует и часто, что называется, сводит с ума совершенно зазря.